снова протекает. Разорвало. Ого. Сучий кристалл. Ты решила нас взорвать? Геральт, я сейчас не расположена к шуткам, особенно к дурацким. Что-то не так? Дай подумать. Лопнул уже третий кристалл. Ламберт больше недели собирается заняться тем, о чем я просила. Весь мир назло делает ремонт прямо под моим окном. А Эскель вместо велохвоста, наверное, пошел за грибами. Ребята тобой немного недовольны. Это еще почему? Потому что ты не рассказываешь о своих планах и относишься к ним как к прислуге. Ко мне, впрочем, тоже. Я все объясню, когда придет время. Сперва закончим подготовку. Ты нам не доверяешь? Доверяю. Но боюсь, что вы не доверяете мне. Поэтому предпочитаю держать некоторые вещи в тайне. Пока что. Извращенная логика. Так может казаться. Но ты еще поймешь, что я права. Я слышал про кровать. Ты предпочитаешь спать на полу? Не советую. Пол каменный и дует ужасно. Лучше так, чем собирать рыжие волосы с матраса. Значит, ты так бесишься из-за Трис, что вымещаешь зло на мебели. Радуйся, что я не вымещаю зло как-нибудь иначе. Знаешь что, давай закончим разговор, пока я не сказала тебе что-то, о чем потом буду сожалеть. Как хочешь. Я знала, что могу рассчитывать на твой разум. Ладно, давай займемся делами. Нам предстоит много работы. Ну ладно, что мне делать? Прежде всего, помоги Эскелю и Ламберту. Один должен был добыть вытяжку из хребта Велохвоста, а другой — зарядить филактерии энергией стихий. И результатов что-то не видно. Я поговорю с ними. Что еще? Есть еще одна мелочь. Как видишь, мой мегаскоп сбоит. Эффект красочный, но все же... Где-то рядом источник энергии, который нарушает работу кристаллов. Нужно его найти и дезактивировать. И побыстрее. Мне нужно срочно кое с кем поговорить. А с кем ты будешь разговаривать? Или это тоже тайна? Во-первых, прекрати брюзжать, очень тебя прошу. Во-вторых, нет, это не тайна. С Идой Эмиан. Помнишь такую? Ее забудешь. Член ложи. Эльфская знающая. Вот именно. Знающая, как следует из названия, много знает. Поэтому я попрошу у нее совета относительно Умы. Ты доволен? У меня душевная травма после общения с твоими коллегами, знающими, не знающими. Но раз надо, значит надо. Думается мне, не на всех ты в обиде. Неважно. Благодарю за разрешение. Ладно. И как искать источник? При помощи этого потест-эквизитора. Потест-эквизитор? Хер знает что. Зато действует просто. Чем громче пищит, тем ты ближе к цели. И без шуток о сексе, очень прошу. Ну давай, беги.
Здесь ничего. О, кажется, что-то есть. Сигнал становится сильнее. Должно быть уже близко. Вижу, Йеннифер наконец нашла добровольца побегать с пищей. Мы можем поговорить? Я ищу Цири. Пепельные волосы, шрам на щеке. Ты видел ее? Береги себя. Ага. Да? Что такое? Горячо. Пока. Ага. Красивый, а? Горячо. Мы можем поговорить? Береги себя. Ага. Теплее. Горячо. Ведьмачья конница так и не прижилась. Возьми-ка. Ведьмачья конница так и не прижилась. Реакции на двемерит нет. Пульс редкий. Но ровный. Посмотри в огонь. А теперь сюда. Реакция зрачков в норме. Конница так и не прижилась. Помехи идут отсюда. Что в этих ящиках? Двемеритовые бомбы. Ламберт делал. Ничего удивительного, что мегаскоп не работает. Ладно, надо их убрать. Я уберу. Не то ты мне все вверх дном перевернешь. Только присматривай за Умой. Так точно, дядюшка Весемир. Ну, как дела? Весемир тебя не слишком замучил? Я так и думал. Ну вот и все. Можешь идти. А теперь проверим условные рефлексы. Спасибо, все работает. Что это было? Двемеритовые бомбы. Ламберт оставил их возле кроватей. Хм, он, конечно же, не догадывался, что это помешает работе мегаскопа.
Он наверняка догадывался. Но ведь ты знаешь, как говорят, милые бронятся, только тешатся. Тогда Ламберт, должно быть, меня обожает. Ну да ладно. Ты готов к разговору? А ты меня приглашаешь? Я думал, члены ложи не посвящают, кого попало в свои тайны. Можешь считать это доказательством доверия. Ну ладно, начнем. И умоляю, веди себя прилично. Ты только что сказала, что доверяешь мне. Не цепляйся к словам. Кейд Милл и Йеннифер Айп Венгерберг. Гвин Блейд. Кейд Милл Айн Саверне. Зачем ты меня вызываешь? Я столкнулась с одним проклятием. Оно было наложено на диалекте старшей речи, которого я не знаю. И как звучит это проклятие? Вафайль Элайне Каэдмил Фолье. Глайды в Дорне Айптенайт, Бундраитны и Яхус. Что это за диалект? Лайт Айн Ундот. То есть? Так называемая единая речь. Забытый язык, бытовавший еще до скитания. Скитание? Потом, Геральт. Ты уже слышала эти слова? Да, в легендах. В тех, что без счастливого конца. Ты сумеешь помочь нам? В известной степени. Здесь нужна формула Агнес из Гланвиля в соединении с обратным треугольником Эльдара. Но я не поручусь, что этого будет достаточно. Спасибо, Айн Сайверне. Вафайль. Наш разговор еще не окончен. Дай угадаю, наверное, ты хочешь чего-то взамен. Если позволишь, Гвинблейд, у меня есть одна просьба. Не гадай, просто выслушай. Приходит час белого хлада и белого света. И мир умрет средь мороза. Я знаю пророчество Итлины. Не сомневаюсь, но понимаешь ли... Старшая кровь может начать час конца. Или отсрочить его. Помни об этом, Гвинблейд, ибо от тебя зависит, возгорится ли зерно пламенем. Ты поняла, о чем она говорила? О Цири, конечно же. Оставили бы ее уже в покое. Даже не надейся. А что с этим скитанием? Великая мать! Вас здесь что, истории совсем не учили? Нет. Весемир считал, что фехтование больше пригодится на пути. Ты ответишь мне? Конечно. Учиться никогда не поздно. Эльфы Айн Сейтхе и Айн Элле составляли когда-то один народ. Айн Ундот. Но потом произошла катастрофа. Что именно, никто не знает. Им пришлось покинуть свой мир, и по пути они разделились. То есть, если проклятие Умы наложено на этом Лайт Айн Ундот? То оно старое. Очень-очень старое. Интересный разговор. И что теперь? Можешь извиниться за то, что вел себя как вахлак. Хотя я тебя просила. Я прошу прощения, мне просто показалось, что у Иды такой снисходительный тон. И ты решил доказать, что у нее есть все основания для такого тона? Браво. Ну да хватит об этом. Закончи все, что вы с ребятами собирались сделать. И мы начнем.
что там, эликсиры варишь? Нет, самогон из очистков. Я так понимаю, к моему приезду. Скорее, к моему отъезду. Ты не слышал? Госпожа-чародейка пожелали, чтобы я наполнил филактерий силой круга стихий. Сказала, это нужно, чтобы снять проклятие с этой вашей уродины. Ты знаешь, что это, и как ты выразился, уродиной, может быть Цири? Угу, я слышал. Так может, проявишь немного сочувствия? Я называю вещи своими именами. Такой уж у меня характер. Ладно, неважно. Не хочу с тобой ссориться. Правда. Не стоит терять времени. Уродина ждет. Ламберт. Ой, извиняюсь. Потенциальная Цирилла. Звучит не слишком восторженно. Потому что я не в восторге. Ты хорошо знаешь, что путь к кругу — нелегкая прогулочка. По разным причинам. Я пойду с тобой. Ну... Со славным белым волком все непременно пойдет гораздо живее. Ну что, ты готов? Пойдем, нечего ждать. А, кстати, теперь через город-то до круга не доберешься. Той весной перевал накрыла лавина. Значит, надо идти со стороны пруда, как во время испытания медальона? Верно. Помнишь, как идти? Такое не забывается. Тот, кто целым с медальона вернется, докажет, что сего достоин и на путь ступить может. А Весемир слышал, как ты его изображаешь? Угу. Он этого терпеть не может. Дыра осталась еще от Саволы. Что вы ее не замуровали? Весемир собирался. Но мне она не мешает. Осады нам бояться нечего. А так можно срезать дорогу к пруду. Даже жалко, что саламандры так мало дыр оставили. Или не развалили эту халабуду до конца. Я вот что думаю. Нам что, плыть через весь пруд? Нет, у меня лодка есть. Я тут рыбачу иногда. Вот те раз. Вот бы не подумал, что ты будешь сидеть с удочкой. Я пользуюсь бомбами. Кидаешь одну и вылавливаешь, что всплывет на поверхность. О, это многое объясняет. У тебя с Весемиром поспокойнее? Вроде да. Старичок перестал читать мораль. Я стараюсь его особо не раздражать. И как результаты? Средние. И знаешь, замок большой. В нем несложно разминуться. Зараза! Я же и здесь привязывал! Может, веревка лопнула? Да ты что! Я-то думал, лодка сама отвязалась! Вот зараза! В таком тумане мы никогда... Перед моим приездом была буря. Дай подумать. Да, дней 5 назад. Ага, парус развернулся на ветру, швартов лопнул, и лодка уплыла в кусты.
Холодная баба. Ее еще тут не хватает. Так, вход в пещеру с другой стороны, видишь? Надо переплыть пруд, пройти через пещеру, подняться на башку тролля, и мы на месте. Теперь это не кажется таким страшным, да? Нет, но все равно оторопь берет. Ты знаешь, что из моей группы вернулись только двое? Так это вы нарвались в пещерах на старого грота? Угу. Тебя до сих пор это мучает? Мучает? Нет, просто бесит. На кой хер это испытание? Все равно большинство тех, кто вернулся из круга стихий, сгинули в течение года на каких-нибудь болотах, охотясь на утопцев по кроне 30 за голову. Зачем все это? Весемира спроси. О, я спрашивал много раз, уверяю тебя. Ладно, собираемся. Прыгай в лодку. Хорошо, но поведу я. Это почему? Потому что это моя лодка. И все тут. Сам эту посудину делал? Да. А что? Тебе что-то не нравится? Ну, кроме того, что она набирает воду, ничего. Не ворчи. На ту сторону доплывем. Если только не налетим на что-нибудь. Я дальше носа ничего не вижу. Туман густой, как молоко. Тебе пробудился поэт? Ага. Хочешь стих? Валяй. Ламберт, Ламберт, хер моржовый. Ламберт, Ламберт, вредный хуй. Вполне, вполне. Отклонись немножко от ветра, у тебя парус хлопает. Не учи дедушку кашу. Хорошо. Мы уже близко. Готов прогуляться по пещерам? Ага. Только прежде, чем мы туда войдем, лучше... Выпить кошку, знаю. Будут еще ценные советы? Например, не шуми, а то разбудишь старого грота. Так старый грот еще там сидит? Если только не оказал нам услугу и не сдох сам, то да, сидит. И в любую минуту может выйти. Как там было в нашем стишке? Чутко дремлет старый грот. Кто разбудит, тот умрет. Пойдем. На помощь! Слышишь? Там ребенок. Ты же знаешь, что в этих краях никто, кроме нас, не живет. Это иллюзия. А если нет? Делай, что хочешь. Должно быть, ты прав. Пойдем в пещеру. В кои-то веки ты сказал что-то умное. Слишком высоко. Я тебя подсажу. Помнишь, как там в испытании? Ведьмак, одинокий охотник. Но даже ему порой нужна помощь.
слова Весемира. Готов? Вот жердяй! Раз, два, три! Да и ты нелегкий. Но идем. Эту стену можно было бы взорвать Аардом. Ага, и разбудить старого Грота. А ты что, боишься? Нет, просто я обычно думаю, прежде чем что-нибудь делать. Вот холера, можешь топать потише. Да ладно тебе, я поскользнулся. Главное, чтобы не осколок льда, не то станешь еще вреднее. Чего ждал, что будет пахнуть фиалками? Я... А, смотри, как сладко спит. Может, сделаем как-нибудь так, чтобы он больше не проснулся? Все, приз удался. Может, оно и к лучшему. Будет веселее! Отсюда. Постой! Это тебе за Вольтера, скотина. Вольтер? Кто это? Ты не помнишь? Такой, невысокий, со шрамом на подбородке, вот здесь. А, да, был такой. Ага, был. Остался здесь. Пойдем уже.
хорошо выбраться наружу. Да, но это еще не все трудности. Ты про троллей? Так это у них трудности, не у нас. Не знаю, перед кем ты выпендриваешься. На меня подобный пафос впечатления не производит. И кто это говорит? Весемир рассказывал, как вы выполняли заказ для нильфгаардцев в Велине. Что? Что ты делаешь? Убиваю чудовищ. А ты говоришь? Это случайно вышло. Пойдем уже. Ты глянь, как он от нас удирает. Тролли обычно себя так не ведут. Ведьмаки, не ходить дальше. Это горы тролли. Гора тролла. Да. Гора тролли. Ну, поговори. Поговори с ними. Спокойно. Мы хотим только пройти к кругу. Ведьмаки, одно говорить, другое делать. А иногда третье. Ну сколько можно? С дороги тупиться, а то я вас на гравий порублю. Дошло? Дошло. Поздравляю. Бежим до той пещеры, иначе нас просто забьют камнями. Бросить камень, вы не ходить. Ведьмаки не понимать. Понимать, но мы все-таки должны идти к кругу стихий. Ты слушать все-таки. Мы к вам в замок не ходить. А там много камень. Красивый камень. Хватит уже с ними расшаркиваться. Это ничего не даст. Дай мне сказать, ты разбираешься в переговорах, как они в грамматике. Мы вам плохого не сделаем, не будем трогать ваши камни. Дайте пройти. Мы бросать камень, а ведьмаки не отвечать, только болтать. Может, ведьмаки добрые? Ты глупый. Ведьмаки убивать чудища, а тролли чудища. Да-да, не строй рожа! Будет так. Вы здесь оставить острые дубины, вы пройти. Если нет, мы бить. Будь по-твоему, оставим здесь мечи, но заберем их, когда будем возвращаться. Мы их не нужно. Металл, фу, щиплет рот. Ты спятил? Делай, как я, и не ори. Ты, видно, не тот путь в жизни выбрал. Что? Если я еще не забыл уроки дядюшки Весемира, ведьмаки убивают чудовищ. Плохо помнишь. Ведьмаки убивают опасных чудовищ.
ну вот мы и на месте. С этим не поспоришь. Вот холера. Красивый вид. Наверное, если даже ты это заметил. Геральт, за кого ты меня принимаешь? Дай подумать. За грубияна? Возразить нечего. Ну, хватит комплиментов. Давай за работу. Ты помнишь, что надо делать с этим кругом? С тех пор, как я активировал здесь медальон, прошло немало времени. Ладно, дедушка, не оправдывайся. Зажги факел и положи филактерий на алтарь. А я сделаю все остальное. Как там было? Сначала вода, потом земля и воздух.